Первая любовь. Твое имя? Но зачем оно тебе? Единственное. Странное. Сначала ты мне почитаешь, потом займемся любовью. Недопустимое. Тишина в зале суда. Вас зовут Ханна Шмидт? Да. И вы вступили в СС в 1943 году? Да. 6 женщин заперли 300 евреев в церкви и позволили им сгореть. Ты с ней говорил? Нет, разумеется. А почему разумеется? Не важно, что мы чувствуем. Совершенно не важно. Главное то, что мы делаем. Рэй Файнс и Кейт Уинслет в волнующей драме об ответственности за тех, кого мы любили. Ты вырос, малыш. 21 марта в 20:00 в эфире НН-ТВ.